20 казанов с фирменным пловом в селе Зубутлиме отлив тары единства. На коллективное разговение собрались тысячи людей, взрослые и дети. Для ребят предусмотрена детская площадка, а для взрослых – познавательная программа. У нас сегодня проходит совместный ифтар села Зубутли и Миатли. Мы каждый год проводим такой масштабный ифтар. Бывает. В прошлом году у нас было 3000 человек, в этом году мы рассчитываем на 5000 человек. И приглашенные гости у нас доктор исламских наук есть Мухаммад Арванинский и также имамы районов города Дербент, Каспийск, Хасавюрт. Строки из священного Корана и нашиды украсили мероприятие. Перед верующими выступили богословы, представители местной власти и общественники. Помимо этого, среди участников провели викторины и конкурсы с подарками. Очень благодарны всем. Это просто невероятная атмосфера, честно сказать. Людей, которых не видел многими месяцами, годами, тоже здесь встречаешь. Что могу сказать, сплочает нас. И хочу, чтобы в следующие года тоже так же, иншалла, проводили такие же мероприятия. После захода солнца прозвучал призыв на вечернюю молитву азан. Это значит, что еще один пост месяца Рамадан подошел к концу. Хамза Нурмагомедов, Джалал Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, село Зубутли Миатли, Кизилюртовский район.